Она тоже так. Заходите, 187. 700. 791. Ой, блядь. Я не слышу никого. Даже себя теперь. Это одиноко стоящая школа. Или психиатрический. Ты нас в школу хочешь? У меня, короче, вот двухэтажный дом с 6 комнатой и подвалом. Термометр нужен точно. Локация небольшая. Уровень любитель. Или на средний уровень стоит. А я не смогу сейчас. Я вас вообще не знаю. А я вас не знаю. А вот так, Саша, ты меня слышишь? Да. Зажми клавишу В. В? Английскую. Ну. Ой, блядь. Все, закрываем Дискорд. Нахуя нам это все надо? Так. Нет, я тебя не слышу. Как? Что я тебя у Саши слышу. Алло. О, слышу. А теперь слышно. Я не ту букву зажимала. Так. Это, Лиза, что берем? Бля, ты мне перепонку ломаешь. Бери все, что есть. Есть нихуя. У нас есть ультрафиолетовый фон? Да. Видеокамера? Да. Свеча? Да. Распятие? Да. Так, ну... Камера с креплением на голову, там я не могу, все. Фотокамера. Да. Влогованька. Нет. Соль. Да. Ты купила влогование? Успокоительное. Успокоительное пока не надо. Нету. Ну, если что, пока... Я тебя, да. Ты купила сейчас благовоние, я так понимаю? Да. Мощный фонарь у нас есть? Да. Так, ладно, добавляю все, что у меня есть. Я готов. Может, сдохнешь? Сейчас я куплю. Пойдем пошароебимся. А где мощные фонари? Почему я их не видно? Там один. Блять, ну вот эта картина вообще лучше. Сейчас, Лизка, подожди. Что, готовы? Лиз. Ау. Нажала, она готова. Я к этой Мэри Куэлле не дотянусь.
Куда ты побежала, дура, блядь? Там пиздюк, пиздюк жабе к жопе подходит прям вот. Он под кроватью прям в жопу дышит, блядь. Да ему пох. Вот я ж сказал, блядь. Она что-нибудь достать не успела. Подсказка, обращайте внимание. Я загрузился. Ты мне ломаешь перепонки. Луиза. Ты, тут пока больше никого нет. Своим голосом. Ты прям надо мной как появился, как въебал мне в уши. А где Криська? Надо же всех грузить. Ой, блядь, нихуя, у меня в мозг упал и сиськи Крискины появились. Она идет. А куда ты идешь? Короче, соль нужна будет, паранормалька и датчик движения нужен. Да. Мы тебя слышим. Я зависла. Нормально? У меня термометр и АМП. Где у нас соль? Так не бери пока. Вот, в этой белой. А мы на В, я на В жму. Как бы я не общаюсь пока так. На В это братцы. А так? Вот так меня слышно? Да. У кого ключ? Я взял ключ. Лиза, ты слышишь меня? Слышу. Ты меня слышишь? Слышу, а ты меня слышишь? Слышу. А как зовут Шмальта? Ник Джонсон. Я открыл уже. Ты еще и мужик. А я, ну, а я фонарь-то не взял. Дебил. А кто-нибудь блокнот захватил? Я блокнот захватил. Я где-то сзади. В смысле, блокнот у меня, блядь. Блокнот у два. Активность, активность 5, активность 5. Слышь, ты в фургоне. У тебя есть, возьми фотоаппарат. Вот я и хотел это... Активность 6, активность 6. Я бегу. Термометр и АМП, да. Так, нет, возьми что-нибудь одно. Не было. Пусти его найдем. Ты что за ступлинишь? Пиздец, меня очково. Я нашла, где этот... Включателем в подвале. Прям. Сейчас. Сфоткал кость. Слышишь? Что за звуки посторонние?
Это типа ты скрипишь. Дальше, ты скрипишь, когда поднимаешься по лестнице. Лиза, поднимись на второй этаж. Посмотри тут по МП. Саша на улице уже съебался. Активно. Эй, блин. Короче, мы теперь скрипим, когда... Обнова, что ли? Свет отключен. Да, свет отрубился. Стоп, поедешь в подвал. Как по МП? У тебя есть МП? Так. Нет, пока все тихо. Везде один. Нет. Ну вот отключил. Да, я. Саша. Я выключился в фонарь. Рублю? Не, МП вообще не реагирует. Ну, у меня есть МП и терминатор. Я, конечно, могу выкинуть и... На, вон, возьми. Так, подожди. Я уже думал, они будут бегать. Дай нам знак. Опа, вот здесь температура резко понизилась. Вот здесь резко понизилась температура. Вот в этой комнате 5 градусов. Кристина, вот в этой. Вот, вот, вот в этой комнате очень резко понизилась температура. Мне что-то в ухо ебануло. Крякнуло, да? А радио кто-нибудь брал? Пойду за радио схожу. У меня радио. А блокнот? У меня. Спать! Не очково спускаться. Пошли вместе. Опа, кто что-то упало. Кидается? О, паранормальное явление, стали свидетели. Нет. Ёб твою мать, куда бежать? Блять! Да это не сыкотно. Испанцы! 3 градуса. Писин, вот здесь 3 градуса в бане. О, да, активность перебыла. Свидетелем паранормального явления мы нихера не стали. Подожди, это ваня в итоге? Хуй знает. Ну где-то на втором этаже. Ваня.
Напиши что-нибудь в блокнотик. Да я-то валю. Но активность была маленькая. Нам нужно соль там рассыпать. Ну, кстати, у нас не зафиксировалось, что мы стали свидетелями. Вот и я про то. Так, пойду рассыплю там соль. Я не написал. Кто-то уже наступил, блять, на соль. Ёбаный в рот. Не знаю. На правую. На правую кнопку. Где вы? Вода чистая по-прежнему. Температура не минусовая, следы соли. Блять, он при мне прошелся, по соли, ебать его в рот. Так, камера работает в ванне. Так, все, соль пропала. Лиза, мы съебались из дома. Соль пропала, все, он при мне прям походил. Лиза, мы съебались из дома. Короче, он в ванне. Ну, понятно, что в ванне. Он прям оттуда пошел в комнату, где, походу, Лиза. Там соль пропала, все, и паранормальное явление, по-моему, тоже. Где Лиза? Она со мной здесь наверху. Да тут я. Так, кто смелый, будет с ним общаться в ванне. Да пошел он нахуй. Слушай, а вот в этой комнате вообще температура пиздец. Ребята, вот в этой комнате очень маленькая температура. Он, походу, шатается из ванны в комнату. Возможно. Так, я пошла наружу. Так, нужно, если что, потерять отопление. Просто у меня вот что. Ребят, мы еще ничего не нашли. Там активность потихонечку. Что это за активность нахуй? Вон. Всех квакает в ухе. Не только у меня. А кто-нибудь до этих движений взял? Нет, а я говорю. Вот, огонек, я взял датчик движения, по-моему. Огонек. Да похуёк, ёпта, я взял датчик движения, пошёл поставь. А ультрафиолетовый фонарик-то у нас есть? Да, есть. Огонек, Лиза, ставь, короче, огонек. Один из признаков. Посмотри, есть ли отпечатки. Ты сможешь? А что там смотреть? Специально на трофе. Он сейчас будет нападать просто. Лиза, ты одна. Саша, не пусть циклом, зайди. Ладно. Я поставил просто это. Он уже в ванне прям. Я пытался. Есть отпечатки. Рация шумит. Вы меня слышали, что есть отпечатки? Да. Ты здесь? Активность нулевая. Меня включила, блядь.
Активность нулевая. Свет вид. Ой, блин, не то я сделала, сейчас, секунду. В отпечатки рук записали? Да. Призрачные огонек и отпечатки рук. В блокноты на радио он не ответил, да? Ну, на радио еще. Значит, остается. Значит, остается датчик движения и лазерный проектор. Видишь, лазерный проектор Саша неправильно поставил. Переставить. А можно его как-то переставить? Надо поднять его. Ты здесь? Температура? Ты здесь? Минусовая. Можно с тобой поговорить? Дай знак. Ооо, испанцы! Это тварь за мной. Блять, испанцы! Дверь закрылась, пиздец. Все, мне пизда. Блять, он меня ёбнул. Может быть, я смог его заснять. Привет. Здорово. Салют, группа. Где я на первом этаже здесь, прям в комнате, где лис. Самое. Да он на первом прям сразу, возьми фотик, посмотри, может я его успел? Ну, вряд ли я его не видел. Да, блять, на первом этаже. Где Лиза, блять? В той же комнате, ёбаный в рот. Просто в другом углу, блять.
Вот в этом углу. Вот я лежу, блядь, около дивана. Я боюсь. Да тут никого нет. Я около дивана. Здесь хоть. Сфоткай их тоже. Там еще один кадр вроде. Это не датчик, это лазерный проектор. Это понятно. Он в углу, вот там, где фонарь светит. А я где-нибудь светит. Да все, вали. Я уже... Испанцы! Я слышал, вон он идет, он вышел из толчка. Спускается на первый этаж. Я так красавчик, плюющий. Куда пойдешь? Так, он пошел. Он ушел наверх обратно. А, он тусит у ванника. Давай, он ушел. Вали, валять. Так, МП было, нет, радиоприемник, отпечатки рук, призрачный огонек, рисовая лазерный проектор. Саша, отпечатки рук были. Я на поставил. Минуса не было. Лазерного проектора не было, лазерного проектора. Банши. Смотрите, подождите, обнаружить призрака с помощью датчика движения, это значит датчик движения то. Но у нас его нет, там другой датчик, там он красный нет, горит. Его... Короче, я поставила, что это банши. Давай, я ставлю банши. Не-не-не. Я думаю, банш. А я банш. Всё, погнали там. Я пашу. Ой. Это ты бросила наши трупы. Банш. Фотографии 7, я что-то сфоткал. Три фазы атаки. И мы как казинаки. Так. Вот так. Пол. Я почитал. Дом какой-то. Термобиль. Тоже самое. Здесь двухэтажный.
Есть маленькие одноэтажности. Понял. Можем сложностью. Я куплю сейчас. Датчики я взял. Я все. Термометр взяли, да? Ладно. О. Пилка. Так. Это зарядка? 5 минут. О. Блять, надо сфотографировать, зажечь благово. Сфотографировать, зажечь, увидеть следы. Нормально, беру фотик. Взяла блокнот и термометр. Писка BMP. Михаил Гарсия, ее. О, и ты одноэтажный сказал? Ты же тебя просил. Дом-то другой. Симпатичный домик. Свет мигает. Я нашла где. Это свет я выключила. Я просто увидела мигающую лампу. И короче нашла, здесь свет включается. Он в подвале включается в самом углу.
удивляет, что каменные ступеньки скрипят как обычные. ПМП молчок. Да и температуры нет. Ничем не болеет наш призрак. Так, иди, слушай, не проверила, ты подвал. В подвале температуры тоже нет. Знаешь, может быть без температур. Мне что-то насвистело на уши в гараже. Температура 11 градусов вот в этой комнате. Ой, нет, не в этой. Вот тут где-то. 11 градусов резко становится вот здесь. На кухне? Нет, вот здесь. Живет наш призрак. В ванне? Вот где-то вот в этом месте всегда, то есть, вот 12 градусов, где-то здесь вот в холодильнике. Он может быть, он на кухне. Вот, задача у меня в руках, смотрите. У тебя молоток. Нахуй. А ты его где взял? Вон там. Кто мне квакнул на ухо? У тебя тоже? Ну, походу, где-то... Ко мне постучал куда-то. Ну вот походу он где-то вот в этой области. Дай знак. Ну тут зубные щетки попадали какие-то. Дай знак. Ты здесь? Ты здесь? Я тут еще, я просто тут хожу, смотрю. Куда открывает? А в ванне, Саша, в ванне, иди. Активность. 6. Ты здесь? Дай знак. Опа! Ты в этой комнате? Дай знак. Ты здесь? Близка, он здесь прокрыл светом. Вот здесь. Когда я спросила, дай знак. Лиза, Лиза, Лиза. Я знаю, где он. Пойдем за радиоприемником. Кто стоит на Одиссее? А он это, пошел курить, значит. Ну чё, кто, ты будешь общаться с языком или я? Не, спасибо, я возьму. Чего ты возьмешь? Блокнот. Окей, пошли. А, да, я начну. И фонарик. Он один отвечает или нет? Отвечает всем. Федерико Перлини. Ну чё? Здесь даже негде прям. Что случилось за моё отсутствие? Активность 5. Он закрыл дверь в ванну. Костина, он закрыл дверь в ванну. Сколько тебе лет?
Мне кажется, это он. О, Ваня, пятерка, валим. Ваня, пятерка. Нынче призрак моется. А этот, хоть-то, Гарсия, соси. В дверь закрыл, естественно, он пошел мыться. То есть 5 EMP было, да? Да, 5 EMP было. Так, кстати, у меня чуть-чуть отстает игра, кстати. МП-5. У кого яйца железные? Кто готов с ним пообщаться по радио? Ебать, у него тут вообще, блядь, кардиограмма, ёпта. По блокноту. У него тут кардиограмма. Положи Ваню на блять, тут даже нигде спрятаться, понимаешь? Активность 8 была. Вода кровавая, вода кровавая, идите фоткать. Нику. Кто с фотиком, вода грязная. Убегу. У меня, походу, рация отстает, потому что я себя слышу через 2 минуты после того, как крикну. То же самое. Это он. Хуйло! Саша, а что мы здесь? Я не такая смелая. Саша. Я вас слышу. Вставай, это у тебя? Надо что-то еще взять, что там надо еще? Там что-то еще надо. Ладно, как ты? Ну мы нихуя не сделали. Соль надо еще взять. Надо благовоние, соль. Надо в ванне всыпануть. Я взяла соль. Пришла, вот там свет замигал. Саша? Свет потух. Он выключил рубильник. Это надо идти вниз. О, вообще пизда. Если не было, если он, блядь, двери закрыл и пытался еще дверь у меня открыть здесь. А что это такое? Вот и все. Ну, без открыла двери. Без тебе дверь открыла, выходи. Может, свет то ли? Ой, блядь, сука. Надо камеру. Свет включается внизу. А мне надо проверить блокнот. Я у него активность. Так, подожди, чё? Соль. Ага, сфотографировать и благовоние. Соль я рассыпала, соль он оставил отпечатки. Пошли, Виза, включу свет.
Слышь, отпечатки рук посмотрите на той двери, где я закрывался. Мне кажется, они там есть. Потому что он, блядь, отдергивал дверь. Покажи, на какой двери ты закрывался. Какая дверь закрывалась? Вот эта? Саша, нихуя ты скример, я твой этот увидела. Следов... отпечатков нет. В блокноте он ничего не написал. Кто вниз пошел? Внизу там в самом боку. Да, будет свет. Десятка, прячьтесь. Активность упала. Я не хочу его путать. Он нападает, когда свет мигает. Ну, фонарь. Я просто видела, что активность здесь. Так. Фоткать его и выяснить, кто это. Благовоние ебануть. Активность была 6. В блокноте он ничего не написал. Там пидор. Короче, кто он там, блядь, тебе пошел? Майкл Гарсия, все, я пошел в ванну, запираюсь в ванной, и мне пизда. Смотри, смотри, сейчас зато у нас будет все, блядь. Лиза, беги. Майкл Гарсия, хуй ебаный, дверь закрывает в ванну. Пошел в пизду, Майкл Гарсия, понял, блядь, хуй. Давай, сука. Я его нахуй не брал. Давай, Майкл Гарсия, сука. У меня вот здесь минусовая температура. Вылезай, падла, ёбаная. Заходи. Да. Ванна. Давай, Майкл Гарсия, сучка. Но как только я хотел зайти в ванну, он дверь начал закрывать. Как пользоваться зажигалкой? Он дверь открыл. А. Там еще а, одна. Там да. Два благовония. Да. Это все, больше не трогай. Это нужно перед ним зажечь, не трогай ее. Да я не думала, что я его зажгла. Саша, активности нет, что там сидишь-то? Блядь, дверь открылась очково, блядь. Да. Это не зажигай благовоние, ты ёпта. Да не зажигай я благовоние, я не знала, что я его зажгла. Так чё, нихуя не произошло. Майкл Гарсия, хуй, давай, давай, падла, давай. Я тебя вот здесь прям жду, сука. Иди сюда, тварина ебаная, блядь. Давай, я тебе фоткаю. Два кадра осталось, сука.
хуй, давай, Майкл Гарсия, Майкл Гарсия, где ты там, кто ты там? Пиздуй сюда, сука, давай, блядь. Давай, мразь. Эй, алло. Майкл Гарсия. Майкл Гарсия, дай нам знак. Майкл Гарсия, давай, давай. Давай, мразь. Да мне похуй, я сдохну. Майкл Гарсия, давай! Давай, падла! Я просто в угол здесь забьюсь, я его сфоткаю. Активности нет. Ты чё, ебанутый что? Давай, чтобы он не начал... Он закрылся от вас в ванне. А, нет, не закрылся. Он закрыл другую дверь. Это значит... Он к вам идёт! Тихо, 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 спрячьтесь! Около вас. Майкл Гарсия, хуярим. Давай, 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 мразь. Пизду сюда. Ах ты, сука. Ну ладно, давай. Хуй. Давай, выходи, падла. Давай. Давай, сучка. Последний кадр. Мне пизда. Все. Потому что я случайно нажал. Майкл Гарсия! Ну, слушайте, он какой-то странный. Еблан. Ну, призрачного огонька нету. Майкл Гарсия! Майкл Гарсия! Майкл Гарсия! Майкл Гарсия! Ты здесь? Нет, хуй, ты здесь. Отпечатки рук можешь посмотреть только, если он нападет. У него сейчас активность небольшая. Но он же нападал, он когда... Он не нападал, фонарик не мигал. Третий раз говорит. Блять, я тебе говорю, когда меня в дверь заперли. В квартире, вот! Давай, сука, пиздуй! Давай, мразь! Давай, конч! Появись! Сука, не попал! Блять, фотка закончилась! Не очень удачно так. Лиза, извини. Да. Прям. Нет. Нет, я успел выйти. Блять, вот просто он. Вот прям вот так стоял передо мной. Сука, я раньше фотку нажал. Раньше, блять. Там смазано что-то получилось. Я так понимаю, что тебе нужно у Лизы забрать благовоние. И попробовать еще раз. Сейчас я заберу. Сейчас я заберу, подожди. Надо фотки, смотри. Может, что-то там попало, там какая-то размытая фотка. Нет. Размытая фотка должна быть. Ты не зажгла. Нет, Саша, нет, Саша. А где? Ничего не вышло, Саша. Да не вышло ничего. Да хорошо, ёпта, я благовоние взял, блин. Чего? Я сказал, давай. Так и заодно сдох. Ну, одно, получается, у нее должно быть, только я его хуй заберу, походу. Нет, Лиза его зажгла уже, Лиза сказала. Две штуки? Да. Хуя. Случайно. Да ебись. И хули. Там десятка. Я понял. А, блядь, и хули делать? А, вот, я нашел. А, это сожженное. Сожженное. Да, 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 да. Просто шаришь, потратил фотку, а он прям, блядь, вот был передо мной такую хуй. Давай, сучка. Хуилище, давай. Майкл, этот, Гарсия, блядь. Я не знаю, у меня зажгется это говно, нет вообще. Майкл Гарсия, хуйло, давай, пиздуй сюда. Попробую на тебе, блять, его. Саша, у Лизы благовоние валяется, она не зажгла. Да, так только оно с нее не выпало, нихуя. А, значит, зажгла. Я нашел только часть сожженного какого-то в автобусе.
Я просто не знаю, но зажгёт. Давай, хуй! Давай, говномес, блядь. Поздуй. Давай. Давай, сука, попробуй. Ну зажгется, нет. Давай. А она не зажигается. Все, мне пизда. Да хуй цати. Ах ты, сука. А я на него выбежу. Я думал, что он это. Я думал, я его обману, а я на него выбежу. Сука. Откуда, блин? Вот это я умер, красивая поза. Ну что, вот что будет. Атаки много. Да, жалко, не получилось его сфоткать. Да, была, была. Не исключено. Не советую. Проще съебаться, мы хотя бы что-то получим от бабки. Так фотика нет, кадров я ее потратил. Там. У меня где-то он за мной тут как-то бежит. Да я-то думал, что он в комнату уже зашел, мне не получилось его обмануть, блять. А он еще, сука. А он еще, сука, в проходе стоял, мудак. И я выбежал прямо на него, нахуй. Активность 10, ёпты. Хачу. Да мы нихуя не делали, блядь, хачу. Короче. Спасибо. Подожди, минусовая температура. Может, это вообще джижу. Подожди, а радиоприемник? Во. Отпечатки рук, джин. Я думаю, есть где-то отпечатки рук. Я думаю, это джин. Я поставлю джин. Я думаю. Джин, блин. А эх. Погнали. Они, блин. Страховку 70, нахуй. Но у меня нет. Так. Да у меня уже вообще тут все по нулям. Я здесь все по нулям. Мне надо все по факту. Датчик движения надо купить. Я купил. Датчик движения я купил.
Нет. О, определить тип призрака, средний рассудка 25, это легко, ЭМП и при помощи распятия, ну, 25 это легко. А кто-то взял датчик движения? Я нашла кость. Блять, тогда нам нужен фотоаппарат. Зачем? Жопой? Сейчас я возьму котик. Саша, ты ядрень не взял? Нет. Какой? Питер. И не переключить. Знаешь, что у нас призраки такие слабые? Ой, ясен, ну разъебывать ты нихуёво. Так и стоять и нихуя. Вот меня все-таки интересует, что за ключ, для чего? Это если закроют дверь, чтобы ты мог выйти из квартиры. Я нашла в гараже, это чтобы включать свет. Да вот уже. Была маленькая активность. Дай знак. Вот в этой комнате кофе холоднее, чем в остальных. Где, на втором этаже, что ли? Да. Вот здесь. А, нет, стоп. Здесь нормально уже теперь. В коридоре обычно.
15 градусов, везде 18. Вот в этой 16 тоже 18. Есть такое ощущение, что... О, Криска, вот здесь он в коридоре, он по коридорам, похоже, шастает. Неплохо, мальчик, хороший. Потому что в коридоре прохладно. Блядь, меня этот скрип просто убивает. А, нет, он внизу. Он, короче, да, он по коридорам, что ли, шляет. Во, нет, Криска, Криска, вот 13 градусов. Кухня, где кость? Истинно, он на первом этаже в кухне, походу. Что вот у меня здесь так, лёд шляется, что с ним происходит? А у тебя ИП где-нибудь вопит? А ты его включила? У тебя сигнал на нём горит хотя бы? Активность была небольшая. Говорит один или с кем-то? Маргарет Гарсия, ёпта. Маргарет, дай знак. Ты тут? Сколько тебе лет? Кто дверь открывает? Ты тут, Маргарет? Ну, сейчас я доиграюсь и... Ты тут? Напиши что-нибудь. Ты тут? Дай знак. Лиза закрылась. Дай знак, где ты находишься? Маргарет Гарсия, сучка ебаная, давай, блядь. Так, блядь, да я съебусь сначала. Никто не съебывает, нахуй. Вот стою просто в дверях. Такое ощущение, что он все-таки где-то ближе к гаражу. Активность масленькая. Дай знак.
Эй, Маргарет Гарсия, и пошля Вася отсюда, блядь, нахуй. Давай, сука, я тебя жду. Нет, вот спроси, да, где она? Ты где, мразь? Давай, давай. Эй! Ой, блядь. Вылази, ну. Маргарет Гарсия. Небольшая. Давай, Маргарет Гарсия. Мне кажется, он на втором этаже. Маргарет Гарсия, тупая, выходи, я тебя сфоткаю. Она не любит твое имя, да? Я в душе. Это самое, как тебя там? Люндра. На всякий. Пам-пам. Дай знак. Пам-пам. Слушай, она какая-то дохлая. Значит, что у нее активность. Надо ее, короче, ебашить. Эй, мразь, нахуй, давай, иди сюда, сучка, давай. Маргарет Гарсия, ты сучка. Давай, Гарсия, блядь. Маргарет Гарсия. Маргарет Гарсия, шлюха. Маргарет Гарсия, пошла нахуй. Маргарет Гарсия, давай, иди сюда. Эй, блин! Маргарет Гарсия. Ты понял? Из-за чего там по активности? Попал. О! Маргарет Гарсия. Я понял, мне вообще не реагирует, но обязан же реагировать. Эй, блядь, Гарсия, Маргарет, отсос. Маргарет Гарсия тупая, ни на кого она не нападает. И за что ты делаешь? Я придумываю, куда поставить камеру. Слушай, ты съебался от меня? Я на первом. Я только кость сфоткал. Мне кажется, нужно одного оставлять. Опа. Это что? Активность 5. О, пошла, давай. Активность 8. Мразь! Она в моей комнате, походу. Давай, мразота! О! Сучка, давай! Мразина! Там я свет включила. Короче, иди и убейте.
Она, походу, в гараже, потому что, вон, видишь, у меня интеллекта в два раза меньше, чем у вас всех. И в гараже было холоднее всего. Надо гараж пойти поставить. Подожди, я камеру переставлю. Россия. Что поставила код двери, датчик движения, ты дал? Мало ли, она сюда, я сюда побегу, она меня здесь ёбнет, датчик сработает. Может, она всё-таки... Нет. Если как-то в гараже поставила... Ёпты! Ну что, давай, Маргарет Гарсия, вот, мигай, давай, давай, давай! Саша, ну спрячься, чтобы выжить-то, а? Нахуй так делать? Спрячься, чтобы выжить. Чем ты делаешь? Хоть выясни, где... Блядь, я как ищу на себя? Только байти только на себя, блядь. Ну так нет, так можешь спрятаться. Можно не успеть спрятаться. Так ты хоть найди себе место. Я побегу вниз, если она наверху, а... Куда ты? Вон тут туалет есть, успею. Маргарет Гарсия тупая, не нападает она. Слушай, она заебала. Эй, Маргарет Гарсия. Дальше движение-то крепил Брандер. Вот здесь. Если она с лестницы будет спускаться, он сработает. Маргарет. Маргарет. Эй, лошадь Прижевальского. Где? Где? Где, блядь, забыть? Ну, потому что любительская нажала, она, блядь, как это. Там мигает что-то, да. И ты здесь? И здесь. Пиши в блокноте. Пиши, сука. Давай. Ты здесь? Дай знак. Рисуйся это сам. Иероглиф. Где вода-то льется, ёпта? Вода везде льется, не увидела. А вы заебать, да? Слушай. Помогите мне забрать камеру. Что случилось? Опа. Всех вырубил? Да-да-да, она уже включилась. Всех включила. Дай знак.
Активность большая. Ой, бля. Дай знак. Активность десятка. Маргарет Гарсия тупая, нихуя не нападай. Ну ты будешь нападать, нет, ну у тебя уже живое мясо здесь вот стоит, чувак. Что ты, сучка, хочешь? Хочешь? Блять, я же испугался, потом вылетел с лестницы. Ищ, у меня так быстро это было, так ищ. Я плевать. Да, я на месте. Маргарет. Может, кого-то в комнате заставить с радио каким-нибудь? С радио кто-нибудь ходил? Я ходила. На моей комнате. Напиши что-нибудь в блокноте. Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Кто ты? Ты со мной сейчас? Я не знаю, где я. Я на втором этаже где-то. Ты где? Я вижу. Сколько тебе лет? Ты здесь? Как тебя зовут? Я не создаю вам уединенную атмосферу. Ты здесь? Ну ебаный в рот, может, поговоришь или не кушающий сучек будешь сдавать? Тихо, испанцы! Она меня убила, сука. А у меня фотик шаришь, блядь. Фотоаппарат не выключен был, у меня фотик не мигал вот так вот, блядь. Она мне нашептала в ухо.
Короче, даже фотик должен быть выключен, блядь. Охуеть, я как бы в шкафу вообще сидел. Я как бы в шкафу сидел. Она у меня на втором этаже. Ну не могу, она ходит по коридору. Не, поперло, похоже. Блять, у кого радио орёт? Выключите его, пожалуйста. Нет ни у кого радио, бля. Это оно в доме орёт где-то. Какая активность? Ты сбежала? Нет, я все еще в комнате. Какая активность? Блядь, я рядом с той комнатой. Она вскрыла мне все-таки шкаф. Она все-таки вскрыла мне шкаф, да, на нем отпечатки есть по-любому. Короче, там... она вот в той комнате, где я была, она мне там начала орать на ухо. Там почему-то у меня заливается радио, не затыкаясь. И вот, скорее всего, она там. Почему нет рассудка? А, ниже 25 среднего. Вам еще чуть-чуть. А почему у меня рассудок 0? Ну все, значит она сейчас будет нападать на тебя жестко. Костина, иди ты. Она сейчас будет просто пойти. Ну просто мой рассудок ниже, там атака. Лиза, кинь фонарик фиолетовый. Блять, на втором этаже. Да в каком это? Печаток следи за... В коридоре. Бежи, 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 бежи. Печаток, печаток. Я не вижу, да. Во что-нибудь еще было? Призрачного огонька нет. Вот здесь радио в ее комнате играет, и мы его слышим. Вот в этой самой дальней вот здесь. Здесь орёт радио, потому что она его здесь въебала, и она... Тумбочки в коридоре. Как поднимаешься, там тумбочка такая, на ней. Нет, что мы идти, у меня все видите. Ну пошли. Ну пошли. И что, придется искать?
тебе камеру. Я что, одна пойду теперь все делать, да? О, блядь. Ну, у меня мозга 3%, все. Ладно, я пошла, Лиза. Дай. Она в дальней комнате, правильно? Саш, ты мне нужен? Похоже, что да. Лиза, следи за Аткинской, пожалуйста. Там пока ноль. Больше не... Десятка, десятка! Активность 10. Она идет, выползла из комнаты в ту комнату, где я предполагал, где радио. Сейчас ползет по коридору. Заползла в ванну, сейчас открываю. Раз пять и не подействовала, она пошла вниз на первый этаж. О, датчик движения ее запалил, кстати. Она уползла на первый этаж. Она, короче, ходит между вот этими двумя комнатами. Из одной выползла туда, там тебя проверила, сюда заползла. О! Пятёрка. Она вниз ушла. Датчик сработал, кстати. Из задания в кое-то сработало? Нет. Рассудок на 25 только то, что. Уходи. По соли она не... Она ползет вниз. Она ползет к тебе. Тебе пизда, беги! Беги, беги, беги нахуй, она сзади тебя, беги, блядь! Все, все, тебе пиздец. Надо было вот сюда в душ, был бы варик. Ну все. Короче, она... Я видела, как тебя убили. Короче, съебывай. Она на четырех ногах, блядь. Хуярит, нихуйски. Она на него не наступила, потому что ты не в фазе атаки ее сделала-то. Ты его просто кинула, а надо кидать перед ней, когда она, ну... Типа, когда ты ее заметил, я так понял, ты ее увидел, бросил, блядь, она его разбивает, блядь,
и отваливает. А ты просто кинул, она по ней проползла, она из комнаты в комнату так заползла, спустилась вниз и все, прошла, я там посмотрел на раз пять, и ничего не случилось. Просто я видела, как тебя ёбнули. Дискорде. Джин. А я поставила, что это фантом. Я просто вижу. А такой у нас получился стрим. Всем спасибо за внимание. Умирали. Сегодня у нас не получилось что-то сделать. Так что, увы. Всем до встречи в следующих сериях. Пока-пока.